Привет! Пока у нас идет неделю карантина, я решила для вас записать ряд упражнений, которые вы будете дома повторять. Соответственно, для того, чтобы начать работать движение, вам сначала нужно разогреться. Разогрев обязательно нужно начинать с головы, потом шея, грудной отдел, плечи, бедра, коленки, носочки и так далее. И начнем мы сразу с вами с движения. Значит, первое, с чего мы начнем, это мы начнем с вами с бедер, да, то есть самое у нас интересное. Движение называется сбросики, да, то есть оно состоит из качалочек и сбросик. Значит, принимаем красивое положение. Мы становимся, грудной отдел выталкиваем вперед, поднимаем его наверх, удлиняем шеечку, раскрываем красиво ручки, большой пальчик к указательному, вынимаем грудочку, еще тащим вперед, коленочки сгибаем, вот, копчик подтягиваем под себя и вынимаем красивое положение. Дальше начинаем мы работать с колен. Что мы сейчас делаем? Мы поднимаем правое бедро вверх, разгибаем при этом хорошенечко правое колено до конца, зажимаем как будто в бедрышке монетку и начинаем сбрасывать его вниз. Левое колено разгибаем и бедро сбрасываем вниз. Дум! Оно должно быть максимально жесткое. Вот. Дальше мы переходим к следующему бедру, да, к левому. Когда мы сбросили правое бедро, мы подняли автоматически левое бедро. Мы также его сбрасываем вниз. Дум. Повторяем. Дум, 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 дум. Для того, чтобы бедра смотрелись у нас красивее, да, и длиннее, соответственно, мы бедра еще добавляем оттяжечку. Оттяжечка выполняется у нас на мягких коленочках, и мы выталкиваем бедро вправо, тянем бедрышко в сторону, и влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево. Накладываем сюда сбросик на оттяжечку. Мы делаем сброс, колено оставляем полусогнутое, и вытягиваем бедро в сторону. Делаем сброс левым бедром и вытягиваем левое бедро в сторону. И пошли. Сброс в сторону, сброс в сторону, сброс в сторону, сброс в сторону. И соединяем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Чтобы движение смотрелось более красивее, мы еще добавляем мышцы живота. Втягиваем диафрагмочку, только именно верхнюю мышцу живота. И расслабляемся. Только обязательно дышим. Дышим. И пошли. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, я думаю, этого будет достаточно для первого упражнения.